One player looking forward to Japan is Russian forward Tadjir Gadziev. The 25-year-old made his debut back in 2015 and will be a key player for the Bears. Меня зовут Тагир Гаджиев, моя позиция фланкер, номер 7. Живу в Краснодаре. Я играл где-то 30-35 игр. Дагестан – это то место, где нужно проявлять свой характер, потому что без характера и всего остального там нельзя как-то пробиться в жизни и сделать что-то. Да, я до 18 лет я не знал, что такое регби. Я занимался единоборствами, ушу санда, ММА и К1. Таких, как я, бойцов ММА в Дагестане очень много, поэтому предложение там попробовать себя в регби было интересно для меня. Мне сказали, что я могу заработать где-то 2000 рублей, где-то 20 долларов за эти соревнования. И я думаю, ну ладно, попробую. Как только я пришел в Кубань, я поучаствовал в молодежных соревнованиях до 18 лет. Мы играли чемпионат России по регби 15 и по регби 7. Это было положено начало там, а дальше уже я заиграл, уже через год я заиграл за основную команду Кубань. Потом уже в 2015 году я первый раз играл за сборную России по регби 15 в Гонконге. Для меня это был очень интересный опыт сыграть с иностранными игроками хорошего уровня для меня на тот момент, потому что я никогда не играл на таком уровне. Сейчас в Краснодаре регби развивается большими шагами, но ведущие школы по развитию регби, я думаю, это в Красноярске. Сейчас в Красноярске очень много воспитывается молодежи, которая уже подходит в возрасте 18-20 лет уже в основную сборную. Я думаю, это уже показатель того, что там сделано очень много работы. Не так давно ведется работа по развитию регби в Краснодаре, поэтому, я думаю, у нас все еще впереди. Это для меня играть за свою родную страну – это очень большая честь. И я никогда не думал, что я буду представлять свою страну на таком высоком уровне. И я думаю, каждый мечтает о том, чтобы сыграть и представлять свою сборную на международном уровне.